Всем привет, ребята, гости моего канала, подписчики. С вами я, Дима, канал Владелец аквариума. Снова 72 литра аквариум. И, ребята, хочу сказать, я вот морочил всем голову, писал там, что у меня листья на буцефаландрах отпадают, и не знал, с чем же это связано. Ну, видимо, склероз у меня уже. Я вчера еще раз просматривал комментарии по поводу дозировок перекиси водорода. Той перекиси, которую я добавлял в 5-литровый аквариум. Я совсем забыл, я в тот же день добавлял сюда в 72 литра перекись. Обрабатывал, кстати, вот обрабатывал Super Blue Type 2. Обрабатывал также Silver Powder. Вот. Ну, в основном Silver Powder обрабатывал, так как на ней была вьетнамка. Надеялся, что она погибнет. И я так думаю, что... Кокос, что ты там шкрябаешь? Ну, прекрати. Собака гребет там что-то. И я так думаю, что последствия вот этой перекиси тут же в этом 72-литровом аквариуме. Просто я угробил и буцефаландры. Вот, а влил я тоже сюда немало. Не засекал сколько, но явно не 2 миллилитра. Вот, я так думаю, что скорее всего все из-за этого. Из-за этого начали листья пропадать, отпадать, они как бы растворяются. Вот, улитки появились на заднем стекле, там где нарастание, обрастание. Вот, я так думаю, что там вот эти все обрастания тоже начали погибать, и улитки это чувствуют, и сюда приползли объедать это все. Вот. Поэтому вот так вот, ребята, получается, что я вас обманул. Сказал, что не знаю, что с аквариумом, а на самом деле сам это сотворил, и вот такое получилось. Вот. Ну, ничего страшного. Будем выбираться из этой ситуации. Вот. Кстати, я взял пару буцефаландр. Та, что побольше слева, это Silver Powder. И та, что справа, это Copper Leaf. И посадил в грунт. Посмотрим, как они тут переживутся. Также очень хорошо, несмотря на все мои эксперименты, растет Монте-Карло. Вставлю видео сюда, я вчера вечером снимал, как она пузыряет. Под вечер начинает пузырять. В основном все нормально. Я надеюсь, что растения это все переживут, и у буцефаландр не опадут все листья. Вот, как-то так. Собственно, это все, о чем я хотел вам поведать на сегодняшний день. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Задавайте вопросы, комментируйте. Всего доброго!